Американский президент со своим генералитетом обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению, когда это лучше сделать. И решили обратиться к тем, кто это уже делал. Обратились к французам. Французы, подскажите, когда лучше напасть на Россию? Французы отвечают, мы не знаем, но точно не зимой. Обращаются к немцам. Немцы, подскажите, когда лучше напасть на Россию? Немцы отвечают, мы не знаем, но точно не летом. Тупик, что делать? Как выйти из создавшегося положения? Кто-то предлагает, а давайте обратимся к китайцам. У китайцев передовые технологии. Сами они достаточно хитрые люди. Ну и обязательно найдут выход из сложившейся ситуации. Обращаются к китайцам. Китайцы, подскажите, когда лучше напасть на Россию? Китайцы, не задумываясь, отвечают. На Россию нужно нападать прямо сейчас. Незамедлительно. Как сейчас? Как незамедлительно? Элементарно. Русские село Сибирь строят? Да, строят. Турецкий поток строят? Да, строят. Космодром восточный достраивают? Да, достраивают. БАМ решили восстановить? Да. Мост на Крым строят? Да, тоже строят. Новые стадионы для чемпионата мира по футболу тоже строят? Да, тоже строят. Арктику осваивают? Да, осваивают. Таким пиздец нужны пленные.